Всем привет, с вами BruGamer. В этом видеоролике я хотел бы вам рассказать об очень интересном приложении. Называется приложение Mate2. Но также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Но также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Но мы начинаем сам видос. Итак, при входе в приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Интерфейс довольно-таки несложный, разобраться в этом проще простого. То есть вот, у нас есть фотографии, ретушь, далее камера, видеоэдитинг, то есть редактирование видеоролика, ваш аккаунт собственный, в принципе, то есть коллаж. То есть все самое основное, начнем с самых основ, чтобы вы в принципе все понимали. Мы разрешаем доступ к галерее, выбираем любое изображение из галереи, которое мы хотим редактировать. Далее у нас открывается вот такой вот интерфейс. Наше рабочее пространство, где мы можем что-либо редактировать. То есть вот. Тут мы можем настроить определенные фильтры. То есть, кто не знает, что такое фильтры, фильтры — это определенное наложение на ваше изображение яркости, контрастности, цветов, теней, температуры и всего в этом плане. То есть, вот. Также вот, повышаете интенсивность, убавляете ее, просто перетягивая ползунок, делая более так слабее видимость фильтра этого. Также можете сделать вот повороты и подкорректировать по размеру все это дело. То есть, вот, сделайте достаточно тоже просто. Дальше, то есть у нас есть, то есть вот контрастность, яркость, насыщенность, тени, в общем, все такое самое основное, то, что нам пригодится хоть как. То есть вот, по цветам можете все подредактировать, как вам будет только нужно. Также перетягивая, понижая интенсивность, то есть если перетягиваете ползунок, если вам вдруг, если вы видите, что вы где-то переборчили с определенным, допустим, наложением. Сделать это достаточно очень просто. То есть детализацию можно улучшить, то есть резкость поднять. Можете вон виньетку установить, может кому-то из вас будет это интересно. То есть вот. Дальше, то есть можете также дополнить какими-либо такими фильтрами. То есть их тут достаточно вообще очень много. То есть вот. Посмотрите, полистайте, если вам будет что-то нужно. В настройках вы также можете добавить, подредактировать текст, стикеры, то есть такие самые основные функции, то есть бэкграунд, задний план, то есть ластик, блюр, размытие, то есть, а смысл вот такие функции, самые такие простые, делать на них какую-либо разборку, не вижу никакого смысла, потому что такие вот функции, они зачастую очень простые. То есть как вы все делаете, просто в правом верхнем углу нажимаете на save, что в переводе сохранить, и сохраняете ваше изображение. То есть такие вот самые простейшие функции я разбирать не стал. Но если у вас будут по ним какие-либо вопросы, пишите мне в комментариях, либо же во ВКонтакте. То есть в комментариях под этим видосом, либо в ВК пишите мне, я вам постараюсь объяснить, что к чему. Ну, а на этом я буду завершать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто смотрел вот с самого конца. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, мне будет очень приятно. Ну, а на этом я заканчиваю сам видос. Всем удачи, всем пока. С вами был ProGamer, увидимся в следующем видеоролике.